История наша – сплошное кочевье. На шаре земном, ненадежном ковчеге. И мы устоим ли на зло мизантропам, в проверку потопам? Такая сила и особая энергетика может быть только у великих творцов, читающих свои произведения перед любящей их публикой. Евгений Евтушенко, автор самой знаменитой фразы «Ушедший в народ», поэт в России больше, чем поэт. Его выступления собирали стадионы, а его поэзию стали называть эстрадной. 1 апреля 2017 года ушел из жизни поэт Евгений Евтушенко. Его уважают за то, что он настоящий, очень честный гражданин. Он никогда не боялся писать о том, что он думает, раскрывать свои взгляды, свои идеи, свои мысли. И то, что он был очень смелый человек, это безусловно. С Казанью Евгения Евтушенко связывает давняя дружба. В 1969 году он изучал историю города в казанских музеях и архивах, встречался с очевидцами исторических событий в университете и впервые читал стихи в легендарном актовом зале Казанского университета. Давний друг Стелла Писарева с улыбкой на лице вспоминает все встречи с классиком советской и российской поэзии. Он готовился к созданию этой поэмы «Казанский университет», потому интересовался всем, что касается истории республики. У меня даже сохранилась фотография, я ее принесла, где мы вдвоем с ним в Государственном музее и с его автографом даже на обороте. Эта поэма своего рода учебник по истории университета и Казани того времени. Исторические события помогли молодому в то время поэту, а потом и многочисленным любителям его творчества лучше понять современные проблемы. О чем бы мы ни говорили, на какие вечера бы памяти ни проводили, как-то всегда звучала поэма «Казанский университет». За время его творческой жизни было издано более 130 книг, а его произведения читают на 70 языках мира. В Казанском федеральном университете Евгения Евтушенко чтят как великого советского и российского поэта, так и почетного доктора КФУ. Елизавета Евтифеева, Ленардо Влетьяров, Универньюз.